В общем, ушел я подальше. И, в общем, вот что я поймал. Да, результат ничем не отличается. Вот там дальше еще есть травишка. Травка. Надо чуть-чуть еще дальше уйти. Поймал вот такого бычкарика. Маленького. Та же самая таранка. Что ближе, что дальше. Везде она одинаковая. Мелковато. Перед этим более крупная ушла. Жалко. Ну ладно. Мой друг. Кошмар. Поймал бычочка маленького опять. Сейчас будем отпускать, в общем, его. Поймалась таранка, наверное, самая большая, которую я тут поймал. Примерно с ладошку. Рад я до безумия просто. Прекрасно. И следом еще одну таранку я поймал. Ну так и покрупнее вроде ловится. Все-таки между расстоянием от берега и размером рыбы есть некая зависимость. То есть две таранки я поймал прям с ладошку практически. Ну и попки тут тоже все равно поклевывают. И бычки маленькие, песчаные. Давно, лет 17-16 назад, когда я в детстве ловил на Дону, таких бычков мы за утро могли наловить, ну не знаю, двухлитровую бутылку из-под пива, полную. Ну, клевали они очень хорошо под мостом в Лисках. Почему-то сейчас их стало гораздо меньше. Ну вот и я почему-то на Азовском море не могу поймать крупного бычка. Таранка попадается. Причем, ну, видно, что ее тут много. Была бы лодка, можно было бы, конечно, уплыть подальше. Попробовать половить там. Ну и так неплохо. Поклевывает и хорошо. Сейчас вот давно поклевок не было. У меня есть предположение, что уже бычок прицепился. Маленький какой-нибудь. Нет, не угадал. Прицепилась таранка. Ну такая некрупная. Поймал я последнюю таранку. Сейчас я ее выпущу. В общем, клюют они тут прикольно, интересно, классно, но небольшие. Сейчас купаться пойду.